лучше показывают технику, пацаны. Привет, 10-10, ничья. То есть такая боевая. Ну, игра отличная, молодцы. Крепкие ребята. Я вам маленько завидую. Подержи. Спасибо. Борьба непримиримая. Вы как, где тренируетесь? Зимой можно залить в любом дворе и детям заниматься, себя реализовать. Мы же в декабре попросили всех глав, мэров заливать как можно больше катков, проверили. В этом году в 3 раза больше. Залили площадок ледовых во дворах, на спортивных объектах. И люди занимаются, а в эпоху коронавируса это вообще одно из немногих занятий получается на свежем воздухе. Пусть морозно, но зато можно собраться